Здравствуйте, дамы и господа. Я знаю, что меня хорошо слышно. Третий день марафона по Demon's Souls. И мы с вами продолжаем играть в эту, без сомнения, прекрасную игру, у которой определенно есть определенные проблемы, но она мне очень сильно нравится. У нее есть самое главное качество. В нее хочется возвращаться. Вчера я даже вне стрима немного побегал, настолько интересно. Вот, но я с удивлением обнаружил, что в игре есть те самые местами не очень приятные хитбоксы из оригинальной игры, поэтому вчера местами полыхал. Но в целом, я могу сказать, что это, без сомнения, прекрасная игра, которая возрождает во мне любовь ко всему вот этому вот. Кстати, чат, без шуток по поводу токсичности и прочего. Вчера я выложил на YouTube запись первого стрима по Demon's Souls и не закрыл там комментарий. Думаю, ну ладно, побаловались и хватит. Окей. За то время, пока я стримил и вечером пришел читать, что там написали, там появился политический срач, консоли срач. Геймпады срач. Не применули напомнить мне, какой я мудак. Я так почитал, думаю, не, ребят, ну, как бы... Я вот прикрыл комменты, потому что в последнее время слишком много вот этого вот всего. Там была такая интересная, на самом деле, тема. Один чувак написал, что Sony настолько обомжевала, что уже не может сделать себе цельный корпус консоли. Поэтому прикрывается маркетологами, мол, посмотрите, какие у нас офигенные сменные крышки. Блин, я так посмотрел. Ну вот это реально, вот ты понимаешь, это прям был апогей всего вот этого вот. Я еще даже не нашел ее. А люди еще даже консоль не купили, представляешь? А кто-то уже там взламывает. Простите. Боже, какая мерзость, чат. Боже, что ты делаешь? Ах, прекрати! От этого дети бывают. Блин, какой же он придурок. Ладно, все, просто пойдем. Сюда подплыл. Сюда нужен белый доспех, как у финального босса. Сережа, ну что ты делаешь? Ну люди же смотрят, ну. Во. По-моему, вполне себе. Вот так вот примерно, да? В трендах YouTube. Я не понял, это что там такое? Ты откуда здесь взялся? Ты кто? Я... Откуда он взялся? Вчера моя жопа сильно полыхала на том же флеймворкере, потому что при всех графических и анимационных исправлениях... Блядь. Смотрите, что мне жена принесла. Жениться стоит хотя бы ради вот этого вот. Я кусаю банан, на экране появляется надпись. Отравление. Не спи, а то какашек наглотаешься, животик бабо будет. Спасибо. Фу, говно совсем ты чё? Я не понял тебя сейчас. Алло! Блядь. Так, ребята. У меня подхил не очень хороший, если что. Это... Я снова побежал. Ну, глотался, получается. Блэка иногда очень сложно смотреть, уши вянут. Сегодня еще нормально. Угу. А че уши-то вянут? Я матерюсь только, когда у меня жопа полыхает, и то очень редко. За что? Обидно было. Ну, чтоб ты срался тогда. Будет прикол, если они будут бегать по этому говну быстро, а я медленно. Они идут за мной. Ну что ты достепался до меня? Бог. Как говорится, хочешь жить? Живи. Хорошо, хорошо. Теперь уже там как бы по прямой, поэтому я думаю, мы довольно быстро пробежим. Ты как, у тебя там вообще типа? Ты...
Откуда ты, сука, вылез-то вообще? Блять, в каждом углу по 33 залупы. Простите. Откуда это вылезло вообще? Вот что эта игра с людьми делает, понимаете? А так культурный, казалось бы, человек. Ну, мне так казалось. Где это я вообще? Подожди. С этой стороны локации я тупо не был. Шо, упал, да? А подниматься как будешь? Блядь! Игра, ну ты, блядь. Все, все, отбивай. Блять, почти дошел. Ебать в сраку того, кто придумал вот это вот все. Может, ты будешь хилиться, нет, когда тебе нажимают, дальбоёб? Тебе говорят, я микрофон включу, тут есть на геймпаде. Ты услышишь меня, нет? Я вообще-то хотел подхилиться, как бы от обелиска. Это было печально. Обелиск демона, известного как демон. Астрея отдала свою душу демону, навсегда отринув жестокого бога. Боже, посмотри на меня. Ага, все, мы живем здесь, нормально. О, боже мой. Получается, не сосешь, получается, сосу. But I'm having a little trouble getting to it myself. Go on, have a look. Там? That bit just there. Вот там, да? Go on. Смотри, такой. Смотри, просто нам... поставь нас рядом, как бы. Don't hold it against me, eh? Take your time starving to death. Then I'll sell every last trinket off your corpse. План ты не выгорел, да, я смотрю? You. Hey, I'm really sorry. Ты на что рассчитывал? Ты меня видел? Кольцо сопротивления ранам. Кайф. Красава. Давай там, скажешь. Кого? Это меня чем так? Они по-прежнему умеют закатываться. О, ну вот это-то могли бы исправить. Это же тупо. Так, что-то у вас дохера. Давайте-ка мы вас немного пообузим. Это ты? Глупый такой, да? Как меня эта игра ебет сегодня, извините. Просто как обычно. Ой, боже мой. Так, ну с этим кольцом я бы не убился, наверное. Как же я люблю этот спуск. Как же я его обожаю. Сука, так потешно еще свалился. Ты че, тварь, вообще? Ненавижу тебя. Bring me your most powerful souls. Блять, я нечаянно нажал. Я надеюсь, я смогу отдать. Ну прости. Подожди! Я нечаянно нажал. Ты подожди, родной, подожди. Все? Типа все, да? Вот я молодец, боже. Я нечаянно нажал, серьезно. Был мискрик. Че ты обиделся-то, господи? Ну, нет не всегда означает нет. Если бы ты пообщался с женщиной, ты бы знал это. Нет. Я замер просто потому, что хотел, чтобы вы подумали, что типа все подвисло и там начали обновлять бы. Вот, вы знаете, но типа... Next gen! Ей. И он без скейлов. Меч искать... Боже. Ты что вообще делаешь, игра? Обидно. Сейчас, секунду. Нет, надо, чтобы обидно было. Вот так, потом вот так.
Я небольшой, я честно, это последний. Хорошо? Действительно. Хорошо. Это был чат, кто-нибудь закрепьте, пожалуйста. О, как это, как в кино. А тут я как будто из последних сил такой натащил. Это просто лакерство рынка. Я что, все? По-моему, я все. По-моему, я спину просто. Ну все, не выйду, получается. Ладно. Ебала кривая. Ничего не меняется. Тяжелее, чем гаргулья из DS1. Ну, там как бы ты играешь в игру, а здесь тебя просто этот ебет рандом. Не знаю, я бы на месте разработчиков, если у меня в послужном списке были бы эти боссы, я бы нахер ушел из профессии и пошел бы в дворники работать. Ненавижу, блядь. Я вот когда увидел Demon's Souls, вы знаете, вот когда я увидел ремейк, у меня была сначала радость, а потом первая же мысль была, блядь, людоеды. Понимаешь? Вот, ну прям вот я не шучу сейчас, я реально. Я подумал, эту хуйню снова придется проходить. Ну, вот, да, сидим здесь. Блять. Ай, хуйня. Или хуйня вот эту. Ребят, я прошу. Куда ты целишься-то? Куда ты целишься? Куда ты, блядь, целишься, придурок, сука, бей того, у него один хп остался. Ебланище, боже, блядь. Да пошел ты нахуй. Пизданутая игра, блядь. Ну просто я в шоке, реально. Он ходит вокруг тебя, ты, сука, целишься в какую-то еблышку. Да я просто, я не могу понять, откуда ты такой взялся вообще. Блядь, это реально, это вот, ну ты знаешь, это вот... Есть что-то в видеоиграх, что я ненавижу? Если меня спросят, вот я это ненавижу. И я без зазрения совести, я могу тебе поклясться, что я это скажу, вот, ну, первое, на духу. Ненавижу ты ебалу. Ты больше так не делаешь, слышишь? Как ты делал? Делай не так, слышишь? Да, блядь. Ебать, охуенный босс, на котором ты вообще не огребаешь от него, ты падаешь. Ты падаешь просто. Ебаный, блядь, гейминг просто века. А что это он делает, этот он колется? Типа... Блядь, я стоял там, я пролетел, сука, наискосок и все равно упал. Я вообще не понимаю, кто это программировал. Может, его в жопу драли в этот момент? Я не понимаю, как можно так плохо программировать. Все, это было последнее, на самом деле, токсичное выражение. Да как ты меня задел-то? Я же был в километре. Я... Блядь. О, боже мой. Как ты заебал летать уже просто. Ну ты приземлись хотя бы, блядь. Можно клип, пожалуйста? Представь Bloodborne с таким графоном. Ты думал меня этим напугать? М? А, как же мне мешаете. Сколько? Это что за дамаг был такой? Вот бы попасть, да? Он типа ваншотище, как бало. Блять, что это было? Я даже не знаю почему. Ты откуда взялся-то? Честь, как это вышло-то? Откуда он взялся? Я не понял. Ты реально просто вылез из ниоткуда и заомнил. Окей, ладно. Хорошо. Здрасте.
А типа у вас нормально там все, нет? Ладно. Окей. Блять, эта игра сегодня. Так, тихо. Спокойно. Куда же он укатился? Простофиля. Это 17 тысяч душ. Я сейчас побегу, возьму. Прикупим врагов. И побегу к боссу. Оббегу всех. Изи. Изи сразу, смотри. Души возьми. Души получены. Изи. Можно, пожалуйста, там что-нибудь сделать, я не знаю. Спасибо. Не, сука! Я просто вот, ну, хочу узнать имя. Я думаю, что когда-нибудь я получу эту информацию. Кто же из разработчиков ответственен в первую очередь за этого босса, за его программирование? Кто его тестировал? Я пошлю им, ты знаешь, туфли. Я пошлю им туфли, но при этом подошва у них будет такой вот плоской. И на болтике крепится, чтобы она крутилась в рандомных направлениях. Чтобы они никогда не знали, когда они ёбнутся башкой вниз. Ну, типа, я думаю, это будет справедливо. Они же любят рандом. Вот, суки, пусть получают. А-а-а-а. Ты чё так больно делаешь? Ты так больно не делай, слышишь? Ой, вэй. А ты чё такой... Так, чёрный фантом, прости, я не приду к тебе, это ваншот. Да. Хера он жесткий. Так, я труп. Кто мне посоветовал огненный взять? Чтоб ты долго жил, чтобы у тебя все было хорошо. Блять, он опять стоит. Я не хочу к тебе подходить, ты че? Давай. Пошел. Молодец. Тебе же нужно будет вернуться на свою позицию, да? А теперь бежим. Ты чё издеваешься, игра? Ты чё, игра? Это был байт? Что это было? Чат, хотите секрет? Хотите, если хотите, покажу. Хотим? Ну-ка, смотри. Секрет. Обычное освещение. Чуваки, вы чё душите-то все? Без исключения. Трава, прости, в это прохождение такая ерунда получается временами. Я не знаю, как это получается, прости. Друг, ты друг? Друг, стой. Пожалуйста, прости меня. Как это вообще вышло-то? Когда в драке прилетает своему, да? Так, интересно. Ворвемся мы или нас сначала... Ебать, вы чё, черти? Подожди, что еще есть? Блять, что? Ну давай, допустим. В этой игре просто самый мемный фоторедактор из всех, которые когда-либо были, по-моему. Ненавижу магов. Сейчас как замахнусь. Если ты не уедешь в этот момент на электричке домой, то я когда-нибудь попаду по тебе. О, нет, ты решила первее меня бить? Это несложно, честно. Блять, я просто не успеваю за ней. Два раза убила. Что-то как-то тупо, ладно. Можно вот так вот стоп-кадр сделать. Такой... Ну это же хороший фоторежим, как его можно не любить, в принципе? Угу, так, нормально. Простите меня за обилие скриншотов в Твиттере по этой игре, но... О, слышь, с него явно дроп выпал. Побежали. Трава новолуния! Трава новолуния, серьезно! Давай.
ублюдок, говно собачье, решил меня трахнуть, да? Отрава? Отрава, что с тобой? Отрава? Это на защиту удар. Я бью в спину. О, найс, дамаг. Well, fuck, такой. А, да? Блин, он тяжелый, я пойду, ладно. Пока. Открывают игроки секретную дверь. А там южане в нарды играют. Блин, стрел маловато. Если стрел не хватит, с кулака добьешь. Да и я не добегу до него. Че за сап? К ведьме, но мне, по-моему, для полного сета все-таки... Все... Чат, еще раз, мы нам... Или мы пойдем на финал игры. Или... А, это не финал. Тут же пола нет, точно. Пола же нет. Нет пола, в темноте. Кто свет выключил? Зачем вы так? Чат, мне нужен опрос. Мудрый, можете опрос сделать? Да? Или нет? 3, 2, 1. And powerful demon by its side. And before long, the world will be engulfed by the deep fog. Bring more souls. Это была херена, на самом деле. Давайте похлопаем. Это было по-настоящему круто. Это отличный ремейк. Не без недостатков. Самый главный недостаток, на мой взгляд, это то, что они половину кода оставили на самом деле, какой он и был. То есть все вот эти тайминги, всратый искусственный интеллект, который был в оригинале, который они позже поправили Фрому в своих последующих играх, здесь в том же самом образце, в котором он был в 2011 году. Игра безумно красивая, в ней невероятный звук просто, клевые анимации, все круто, понимаешь? Но при этом, при всем при этом, она является... Demon's Souls образца 2011 года. Или 2009, когда она там вышла. 2009, вот. И, короче говоря, это не всегда в плюс. Допустим, с людоедами, но вы помните, да? Или временами, когда ты там застревал среди яиц у флеймлуркера. Такое себе, честно говоря. И, на мой взгляд, все равно это одна из главных игр в этом году. Охеренный ремейк. Классно, что они одну из главных игр, на самом деле, в серии взяли и отремастерили. Это по-настоящему круто. Спасибо, что смотрели, короче говоря. Это были прикольные 4 дня прохождения. Местами моя жопа натурально сгорала. Ну, для этого эта игра и существует, да? Я повторюсь, я не какой-то большой специалист по этой игре. Да и в игре серии Souls я уже говорил, подустал играть. Поэтому довольно долго уже не играл, поэтому подотвык от всего этого. Поэтому некоторые моменты меня натурально разрывали. Но, в целом, 10 из 10, о боже, 10 из 10. Повторюсь, это одна из знаковых игр, и я рекомендую поиграть в нее всем. Очень круто, что она вышла еще и на русском языке. Теперь оригинал нужен ли вообще в принципе, учитывая, что здесь все тайминги и геймплейные фишки сохранены, я не знаю. Стоит ли вообще играть в оригинал, если есть вот такой вот ремейк? Допустим, с Resident Evil 2 в оригинал все равно прикольно играть, потому что он как бы этот... Он очень сильно отличается. Здесь все механики, все то же самое, только графика лучше. Музыка лучше, хотя это спорно, конечно.